Сколько тебе лет? Я на тебя смотрю, тебе 23 года. 22 года. Сейчас вот тебе 23 года, еще немного на самом деле. 22 Но... года. класс. Смотри, я в правильной футболке, ты видишь? Не надо, это мой текст. Так, поговорим сначала о наркотиках. Тебе это нравится? Все мы с чего-то начинали. Ты начинал с рекламы онлайн-казино, пошел нахуй. Хорошо. Ты знаешь, давай я буду задавать вопросы, а ты говори, мне неинтересно. Я задам очень важный вопрос. Кто круче, ты или Фейс? Он тебе сейчас завидует профессионально, как ты думаешь? Фейс плачет. С удивлением узнал, что ты, оказывается, тащишься от творчества Филиппа Киркорова, великий человек. После программы вырвем ему кадык. Ты слева, я справа. Потому что мы не эстрада. Это правда, что Рамзан Кадыров твой поклонник? Да ладно. Пишут. Очень хороший парень, кстати, он мне очень понравился. Нахуй политику, мы братья. Красиво. Кто люди, те люди, которые от тебя фанатеют?